У себя пишет. Лица не боитесь, не? Да, не ну хай себе пишет. Двух пока все равно. Вот такое. Лиц не видно. Ну, надо было бы продолжить с этой зеляк, который. Да. Потому что это самое важное. Что-то свет включается, темно видно. Да, для того, чтобы, ну, так сказать, понять, откуда ноги растут. Ну, сейчас же всяческие препятствия делают это, опекунский совет. Тут они прикрывают, всех отталкивают, они лезут туда. Так, детей распихали по опекунам, да? Да, ну, да. По разным. Нет, нет. Всех к одному? Нет, не всех к одному. Сестра с братом в одной семье. Да. Вот, а те девочки, которые были с ними, в другую семью. Вот. Но попали они к верующим каким-то. Она не имеет полной семьи, эта женщина, этот опекун. Она сама свинница. Ну, вроде как отношения с... Фамилия у нее есть? Не знаю фамилии. Вот. Она верующая. Какие-то римские, которые... А где же, где они живут? Она Малеванке. На Малеванке. Эти были тут. На... туда, западная, где-то туда, в ту сторону. Ближе Кызык... к монастырю туда. Да, да. Вот. Ну, пытался я там позабирать вещи. Ходил в опекунский совет, там и компьютер остался. Пока тишина. Вещи в теплые еле-еле вывел. Ходил там. У этой зеляк, да, получается? Оно все, ну, да, в опекунском, да. Или где оно сейчас? Оно в той хате, где были они. Ну, там сейчас зеляк позабирала все, что можно. Там, а, то есть вещи. Там его уже и нет.